Централизованная библиотечная система «Муравленко» празднует победу. Библиотекари стали серебряными призерами всероссийского конкурса «Золотая полка» в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки». Подробности в сюжете Алены Гафаровой. Победа библиотечной системы «Муравленко» во всероссийском конкурсе «Золотая полка» – результат планомерной и целенаправленной работы талантливого и креативного коллектива учреждения. Сегодня библиотека – это сочетание внешней привлекательности, гибкого пространства и разнообразного книжного фонда. Как итог, библиотечная система города Муравленко завоевала второе почетное место в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки». За внимание к читателям, активное продвижение фонда в социальных сетях, разнообразные источники комплектования. Я считаю, что это очень достойный результат. Комплектованием библиотечных фондов мы занимаемся с 2010 годом, и сегодня мы видим плоды этой работы. Поэтому хочу с большим удовольствием поздравить город Муравленко и библиотеку. Я был там совсем недавно, наверное, около 3 недель назад, и сам воочию убедился в качестве и самой библиотеки, и потенциала библиотеки, и также процессов комплектования. Конкурсные работы жюри оценивало по нескольким критериям. Эффективность комплектования и использования библиотечного фонда, его оформление и состав, а также активное использование электронных ресурсов. Библиотечная система в Муравленко выстраивает свою работу на различных современных интернет-площадках. Снимают буктрейлеры, озвучивают книги, устраивают городские конкурсы. Это позволяет сотрудникам быть ближе к читателю, предугадывая желания муравленковцев. Книжный фонд библиотек Муравленко насчитывает более 40 тысяч экземпляров. Центральная городская библиотека в 2019 году в рамках национального проекта «Культура» стала модельной библиотекой. И мы в рамках модернизации обновили книжный фонд более чем на 4 тысячи экземпляров. Важная деталь – комплектование библиотеки нового поколения велось с учетом мнения муравленковцев. Жители города просили книги по саморазвитию, сказки, детективы, романы, отмечают библиотекари. Сейчас читатели здесь могут найти литературу, отвечающую именно их запросам. Фонд рассчитан на людей разных возрастов и интересов. Свои пожелания читатели могут оставить на официальном сайте учреждения в разделе «Комплектуем вместе». К слову, благодаря победе во всероссийском конкурсе книжные полки в скором времени вновь пополнят. У наших библиотекарей появилась возможность совершенно бесплатно пройти повышение квалификации в корпоративном университете Ленинка, город Москва. Ну а библиотеки Муравленко опять пополнится новой литературой, в том числе и на форматах нового поколения. Всероссийский конкурс «Золотая полка» проводится в рамках нацпроекта «Культура» и позволяет выявить и популяризировать лучшие практики по формированию фондов модельных муниципальных библиотек. В этом году участие в нем приняли более 100 учреждений из 39 регионов страны. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, новости Муравленко.